7 ноября 23 года. Вы на канале Райский сад Натальи. Всем рада, кто зашел посмотреть. Мой сад выращиваем в условиях центрального Казахстана. 150 километров от Астаны. На северо-запад. Снег выпал, растаял. Сейчас я у куртинки алисума. Скальный алисум. Скальный, желтый, многолетник. Почвопокровник. Тоже вот в таком состоянии уходит в зиму. Снегом укрывается. И выходит весной тоже в таком состоянии, выбрасывает желтые цветоносы. Сейчас это зелень. Провода капает, тает, и вода капает. А весной будут желтые мелкие цветочки, полностью покрытые. Вся куртинка будет. Это многолетник. Легко выращенный из семян. Весной в марте, без заделки. Сверху засыплю эти семена, рассыпаю на грунт в контейнере. Под пленку пищевую и на подоконник. Прорастает хорошо, затем делю и рассаживаю в сад. И гвоздика. Гвоздика многолетняя, перистая. Тоже в таком виде. Вот серебристые листочки. Узкие такие. Вот весной посеяла. Рассадила в июне. Выросли такие куртинки за лето. Цвела до последнего. Здесь розы укрыты. У меня дальше розы укрыты. А это без укрытия. И если рядом почаще посадить, будет вечно зеленое такое пятно, цветущее с июня месяца все лето. Июнь, июль очень хорошо. Затем уже образуются коробочки семенные и отрастают новые побеги. И в конце августа снова вновь цветет. Здесь уже мороз поработал, поэтому цветоносы уже подмерзли. Остались только листочки. Вот многолетники, абсолютно неприхотливые. Высеваю так же само в марте. Затем в июне рассаживаю. Контейнером подращиваю немножко, чтобы покрепче были, и высаживаю в землю уже окончательно по погоде, чтобы не было жарко. Ищу пасмурные дни. И еще делаю так: собранные семена в этом году подсушиваю, а весной рассеваю по территории. На определенном участочке тоже хорошо всходит. Самосев как бы. Ну, самосев не так, а вот когда уже посеешь самостоятельно и не трогаешь это место, вырастает. Так что рекомендую. Алисум скальный, гвоздика перистая, многолетняя. Безуходный сад.